이번 제29차 성동 국제선언 야행에는 우리나라와 러시아, 베트남, 아일랜드를 비롯한 세계 여러 나라에서 온 400여 명의 야행생들이 참가하고 있습니다. 이번 야영 기간에 야영생들은 해수욕과 물미끄럼틀을 비롯한 여러 가지 체육 활동을 진행하면서 몸과 마음을 단련하고 민족의 날 행사를 비롯한 여러 가지 문화 오락 행사를 통하여 국제적 협조와 단결, 친선을 도모하게 될 것입니다. Вообще очень нравится. Все тут комфортабельно, замечательно. Претензий никаких нет. Что по поводу законов, правил каких-либо, все идеально, ну, на мой взгляд, на мое мнение. Мусора вообще нет. Я просто нигде такую страну не видела, чтобы так чисто было. Thank you.
go to class. Everything was funny. We hit each other, but finally we found a way out. So, like the emotion, then we found a way out. It was fantastic. Yeah, it was wonderful. And we have to, we need team spirit to play that. It's kind of a meaningful game. Я не в первый раз приезжаю в этот лагерь. В этом году в интернете я увидел фотографии открытия обновленного лагеря. И когда я увидел, как изменился лагерь, я принял решение, что нужно обязательно поехать. То, что сейчас в лагере, превзошло все самые смелые ожидания. Столько внимания, столько эмоций. Первый день, и когда они видели замечательную территорию лагеря, и мы рассказывали, что это все благодаря руководству страны, дети были только одни в сторону. Мы смогли увидеть заботу уважаемого генералиссимуса товарища Ким Чен Ына о детях Кореи воочию. Я думаю, что у всех в сердцах останется воспоминания хорошие и новые друзья, которых мы приобрели в Корее.